Я вхожу, шорты джинсовые, на голое тело жилетка, исписанная телефонами. Ну и все остальное, как и сейчас, собственно. Я увидел ее, и я сразу понял, что в будущем мне предстоит как минимум трое детей, стиральная машина «Индезит» и склонность к гипертонии. Значит, я подхожу и говорю: «Мадемуазель, а не предпринять ли нам с вами романтическую поездку?» «Да, если вы меня отвезете домой, клянусь честью», — сказал я, — «отвез, правда, к себе домой». Иван Охлобыстин. Временно доступен. Завтра. Ночью.